Благоустройство дворов, получение социального жилья, проблемы ЖКХ – лишь немногие из вопросов, с которыми жители приходят в администрацию. Принимает химчан глава округа Дмитрий Волошин вместе с представителями структурных ведомств. Каждую проблему разбирают детально. Людмила Коновалова сейчас живет рядом с аварийным домом. Заброшенное здание то и дело подвергает местных опасности. Бывшая вечерняя школа, в которой сейчас ни души, привлекает людей без определенного места жительства и создает пожароопасную обстановку. Там, я не знаю, сколько метров наш дом от этого здания. Вот мы боимся, что, не дай бог, пожар будет, вот эти деревья, все, там первый этаж вспыхнет только так. Глава городского округа Дмитрий Волошин взял ситуацию на личный контроль. Дом снесут уже в апреле после выделения средств и получения разрешения. На его месте установят детскую площадку. Благоустройство двора внесут в план работ на 2020 год. Нам нужно, сколько детей в этих домах живет, каких возрастов, для того, чтобы сделать для всех возрастов детскую площадку. Вот это важно для нас. Сколько малышей, сколько подростков. Задать свой вопрос главе города можете и вы. Запись на прием ведут на официальном сайте администрации и по телефону 8 495 572 73 38.